чем занимаетесь? А вам-то что? Ничего. Просто пытался завязать приятный разговор. Я бы предпочла не обсуждать. Знаете, я думаю, я понял, какая вы. Вы красивые и полагаете, что мужчины интересуются вами только поэтому. А вы хотели бы, чтобы их интересовали вы сами. Проблема в том, что кроме красоты у вас ничего интересного нет. Вы грубы, враждебны. Вы угрюмы и замкнуты. Я знаю, вам хочется, чтобы кто-то сумел разглядеть за всем этим вашу сущность. Но единственная причина, по которой кто-то может захотеть вглядываться в вас, это то, что вы прекрасны. Правда, нелепо? Вы сами для себя проблема.